Шеф, посмотрите, луна все еще красная. Да. Дайсу, ты разузнал еще что-нибудь о Веге, а? Угу. Как мы можем еще что-то узнать, когда даже человек с Флида не знает? И до тех пор, пока мы в неведении, мы должны постоянно находиться на чеку, Дайсу. Почему бы нам не ударить первыми, а не ждать их нападения? Коджи, ты недооцениваешь войска Веги. У нас против них очень ограниченные возможности. Что же нам в таком случае делать? Разузнать о них все. Все? Совершенно верно. Это единственный способ мирно существовать. Шеф, корабль на экране. Что? Что будем делать, Дайсу? Как тяжело осознавать, что из-за моего пребывания здесь могут пострадать невинные люди. Но прежде, Дайсу, мы должны решить, что делать с приближающимся кораблем. Коджи, предоставь это мне. Ты действительно собираешься все сделать сам? Да, да, я кое-что придумал. Ты придумал? Если их механическое чудовище выползет, постарайся схватить его живым. Живым? Точно. А мы схватим пилотов, если они окажутся в нем. Схватить пилотов? Точно. Мы схватим их. Все роботы, обслуживающие телохранители Веги, имеют пилотов. Мы их поймаем, и у нас будет ключ к их тайнам. Ладно.